Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Иногда в окрестных магазинах можно купить бычий хвост, и тогда в нашей семье начинается праздник желудка. Это дико вкусная штука, из хвоста можно приготовить очень много потрясающе вкусных блюд. На канале есть несколько рецептов тушеного бычьего хвоста, но сегодня собираюсь готовить суп. Кстати, суп из бычьих хвостов чрезвычайно популярен и в Великобритании, и во Франции, и в Испании. На Ямайке он популярен даже в Азии. И везде есть свои особенности, свои рецепты супов. Все супы разные. Хвост надо запанировать в муке и отправить подрумяниваться. Луковицу нарубить помельче. Морковь нарезать достаточно крупными кусками. А с головки чеснока я просто срежу верхушку. Хвост, кстати, уже пора перевернуть. И помидор натираю на терке. И весь этот набор отправляю к хвосту. И заливаю водой. Теперь нужно пучок трав составить, связать и лавровый лист. Будет ароматный букет. Здесь у меня стебли петрушки. Здесь у меня укроп. Розмарин. Несколько листиков шалфея. Лавровый лист я уже сказал. Тоже к хвосту. Все, жду закипания, убавляю огонь и варю при слабом кипении примерно полтора часа. Полтора часа прошло, пора удалить букет и чеснок. На этом этапе в суп надо бы добавить среднеазиатский горох, ну или турецкий горох, ну то короче, и варить под крышкой при слабом кипении часа 2-2,5. Но у меня уже есть вареный, так что я его добавлю минут за 10-15 до готовности супца. А сейчас в кастрюлю отправлю парочку острых перцев. Вот этих. Они очень острые, просто дико острые. Да, суп варится долго, но вкус будет совершенно бомбический. Сельдерей мелко нарублю. Минут через 15 можно наслаждаться. Потрясающий ароматный суп, обалденнейший, насыщеннейший бульон, просто супер. Волшебно. Это дико насыщенный вкус. Это настоящий зимний суп, очень классный, слушайте, просто потрясающий. Вкусное мясо растет на костях. Поэтому бычий хвост – это просто сказка. Короче, готовьте такую вкусную штуку и наслаждайтесь. Огромное спасибо за компанию, за лайки, дизлайки, репосты. Всем пока!